Всем привет! Сегодня 6 июня 2020 года. Вообще, что-то сил не было записывать блог, но решил записать, раз такое событие. Приехал к маме сейчас, бабушке нашей очень плохо по линии эндокринологии. У нее сахар падает на полный, вообще ноль. И, короче говоря, сегодня вообще до 1,3 что ли упал. Я в этом не особо разбираюсь. Но, в общем, с мамой что могли, сделали. Мама там вообще здорово помогает, на ней все на одной держится. И вот я решил, чем могу, помогу, приехал проведать, потому что за бабушку нервничаем. Даже поднял там одни связи, врача вспомнил одного, у которого вел юбилей как ведущий в прошлом году. И вот он вроде как помог, там дал хороший совет, и завтра они выйдут на связь. И вот таким образом я оказался здесь. Данилюшка Свете передала столько гостинцев, даже зверушек своих каких-то передала. Вон, мишки торчат. Орала, что я съеду с папой. И еле-еле ее отговорил, чтобы она не ехала, потому что, может быть, потом придется еще в офис заехать и там цветочки полить, а то они брошенные. Погода хорошая, сейчас эти дни вот потепление, вчера ливень, позавчера ливень, в общем, недели ливней каких-то жутких с ураганом. И вот сейчас вроде получше погода. Ладно, пойду к маме. Не важно? Ну, конечно, Рома, сил нет. Ну, 2:40, сейчас ты на тот свет вывал. Держись. Данилёнок, спасибо тебе большое, как ты мне помогла. Ты не представляешь, какая это подмога. Мне трудно так, а ты мне такую подмогу прислала. Спасибо тебе, родная, тебя очень люблю. Это же не пропихивает этим, это ручка. И все. И вот. Кровь идет? Ну, конечно, это совершенно ужас. Безболезненно. Что, если кровь идет безболезненно? Ну, я нажимаю пальчик. И все. Кошмар. Опа, на, блин. Что это? 2,8. Мамуль, нас опять он опустился. Мы сейчас должны есть виноград, поняла? Сахар у нас 2,8. Низкий опять. Но у нас есть запас. Хотя бы единица еще. Вот так у меня весь день. Давай, мамочек, сейчас садимся с тобой. Как вот ночью? Суп поел. Я поел супчик, все хорошо. Суп поел. Теперь я варю картошку. Я тебе говорила, что я варю пораньше. Ну, я просто знаю, что это самое, как его. Ну, раньше Рома так ел. Я как раз подумала, пока Ромка побудет, все будет готово. Я хотела лучше сделать. Потому что я знаю, что если ему сейчас дал, первое и второе мясо меньше съест. Жень, Жень спит. Спит? Наверное, давление тоже высокое. Давай. Вкусный виноград? Они очень сладкие. А тебе надо есть очень сладкие. Вот представляешь? Не вот... очень. А, они очень сладкие? Ну, тогда нормально. Там глюкозы дофига. Бабушка, мы очень волнуемся за тебя. Да, мы очень скучаем, чтобы выздоравливай. Да, мы очень переживаем, что тебе там так плохо, хотим, чтобы ты скорее поправилась. Желаем тебе много сил, крепкого здоровья. Ты там давай держись, мы тебя очень любим, целуем тебя. Да, очень. Я знаю, что ты любишь вот такие статуэтки, поэтому вот такую статуэтку для тебя я. На всех. Вас так бежала в магазин и как схватила эту статуэтку бесплатно и убежала. Вот такой у нас маленький жулик. Тебя ждет и очень хочет тебя повидать. Выздоравливай скорее, целуем. Целуем. Говорите вы, я им пошлю видео. Катя и Данилюшке. Данилёнку, давай. Говори, мама, это тебя Рома это видео. Записывает. Да. Данилечка, папа приедет с мамой домой и привезет подарок от Светочки. Да. Ты будешь раскрашивать, потом что она еще будет делать? Лепить, да? Данилька. Разгадывать сказки, это, загадки будешь разгадывать. Ладно, ага. Миленькая?
А когда я приеду в гости, ты мне расскажешь. Тебе понравилось, как тебя поздравили? А как же? Бабушка, спасибо тебе. Мы очень-очень соскучились. Ждем тебя всегда в гости. Приезжай. Да, мы тебя любим. Сейчас. Говори? Да, говори. Я вас очень-очень люблю. Вы мои самые хорошие. Вот когда поправлюсь, вы ко мне приедете, ладно? Конечно, приедут. А где Нестя? А, это они, мы им запись запишем, видео пошли. Так, так что вы молодцы, и спасибо, что прислали бабушке запись. Вот так вот Данилюшка с Катей перекидывались с нашей бабушкой Машей сообщениями. Поддерживали ее, она радовалась, по несколько раз их пересматривала, правда, по ходу даже забывала уже, насколько ей сейчас тяжело. Вот. Я иду в аптеку, чтобы им помочь немножечко тут купить кое-что для бабушки, для ее вот этого сахарного диабета, замерять какие-то иголки, которые нужны для того, чтобы кровь брать и постоянно это мониторить, уровень сахара в крови. Вот. Поговорил сейчас тоже с бабушкой. У нее, конечно, состояние очень тяжелое, грустно все это. Ну ты поживи давай лучше. Что Бог дал? Сколько Бог отпустил, столько и будет. Ну так жить мучить тоже не живет. Так что ты давай живи у нас. Нам на радость. Да, на радость. Всегда на самом деле ходит и меня. Туалет, вообще Женя молодец, помогает все. Такая вот красивая радуга меня преследовала всю дорогу. Сначала на трешке, потом на проспекте Андропова. И я приехал в наш офисный центр, Порт Плаза, бизнес-центр. Хочу полить цветочки, потому что я здесь не был уже, наверное, 2 недели. Мне кажется, наша уборщица все-таки сюда ходит. Потому что, видимо, по старой дружбе кому-то, наверное, еще ходит и нас проведывает. Потому что все цветы такие влажные, земля мокрая. И вот я докидываю еще им водички. Вот так вот они у нас выглядят. Ну, все в нормальном состоянии, все живы, здоровы, это самое главное. Вот. Так что цветочки не брошенные, но я им еще, конечно, подлил сюда водички. Теперь они точно не пропадут. Можно ехать домой уже. Малышку сегодня я не укладываю, вчера я так ее долго укладывал. Часа полтора она со мной не спала, сегодня уже не моя очередь укладывать. Поэтому поеду домой, немножечко поработаю. У мамы взял очень много видеокассет старых, нашел. Добавил себе работы по оцифровке, но в семейный архив все это пойдет. Людей вообще практически нет на территории нашего бизнес-центра. Решил прогуляться к набережной Москвы-реки. Посмотреть, как строят Зилард на той стороне. Может, лесу увижу. Тут те, кто смотрели мой блог в прошлом году, видели, что у меня был то ли один, то ли два раза случай, когда я на парковке бизнес-центра, который находится у станции метро Технопарк, видел лесу. А потом узнал, что у нас здесь целый выводок лис живет, и их подкармливают даже. Но сейчас, наверное, вряд ли встречу. Народ вон на набережной у нас гуляет неожиданно.
заехал на мойку, чтобы помыть машину. Мы ее не мыли с конца зимы, а сейчас уже середина июня, можно сказать. Так что жду, пока ее наконец помоют. Моют машинку нашу, намыливают. Вечером где-то часик посвятил оцифровке семейных архивов. Все заливаю по-прежнему старые кассеты. Что-нибудь буду выкидывать на YouTube. Таким вот был этот день, 6 июня 2020 года. Сегодня, кстати, день рождения у Пушкина, по всем каналам отмечают. Я помню, как отмечали 200-летие Пушкина. Это был какой-то там год, 99-й, кажется, конец прошлого столетия, кстати. Тогда отмечали, да, 200-летие. Я помню, там даже были эти баннеры по Москве, сколько осталось до дня рождения Пушкина. И мы в КВН стебались, даже пели там, по-моему, на песню «Гоп-стоп» у нас была тематика КВН. «Место встречи изменить нельзя», и мы там «Гоп-стоп» пели, там что-то были, там что-то «Ешь кокосы, жуй бананы, Пушкин угощает, юбилей наступит скоро, осталось-то всего 43 дня». Мы реально посчитали, сколько там оставалось до 200-летия Пушкина к этому юбилею, и там было 43 дня, и мы вот даже в КВН об этом простебнули, спели в конце прошлого столетия, замечу, это было. Вот так вот быстро бежит время. Всего вам доброго, до новых встреч. Пока-пока.